Всем привет, дорогие зрители, канал Папа Юсов со мной. Дорогие зрители, как ваши дела, как идет ваша жизнь? У нас Анталия жарко, друзья, жарко. Уже так, если у меня футболка, значит жарко. Вы знаете, с самого конца я снимал мою куртку. Вот, Анталия, хорошо. Погоду люди спрашивают. Юсов, какая погода у вас? Купаться можно? Да. Люди купаются, друзья. Отличная погода. Супер. Классно идет. В данный момент у нас днем где-то 30-35 градус днем. Вечером 20-25-27. Вот бывает. Коньялты еще немножко еще жарко, потому что близким море. Вечером там немножко прохладно, потому что море рядом. Море пар поднимается, перейдет в ваше лицо. Там немножко, да, вечером что-то девать надо сверху. И здесь у нас нет. У нас кепец наверху, который... Воздух хорошо, влажности мало у нас. Да, вот так идет жизнь. Отлично. Кто-то хочет переехать в Турцию, пожалуйста. Уже купаться можно, овощи, фрукты подешевел. Так базар везде. Уже коронавирус, маск нету. Уже который хэс-код нету давно. Турция все отлично идет. Друзья, у меня который ремонт, новая квартира. Немножко осталось. Что осталось у меня? Звонка, который не работает у нас. Наверное, кто-то ремонт делал. Туда порвалось это, который кабель. На это кабель, который друг друга трогал, на мотор горел. Я, короче, несколько фирм вызвал. Они просили у меня большие деньги, честно говоря. Большие деньги просили. У меня так и здесь внук живет. Внук кто у меня? Мы служили вместо армии, который... Он мой внук. Я свое место его оставил, закончил, уехал. Сейчас рядышком внук у меня. Воруном! Вот мой внук, друзья. На его фирма здесь. Короче, интернет и камера, еще там звонка. Башка на апиду, сам паша? Акалев. Умный дом. Короче, машины там системы. Квартира система, это музыкальная система. Человек там электронный, все делают. Сейчас он будет делать. У меня такой большой счет, я так думаю, он не будет брать. Посмотрим, друзья, дела. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк. Под видео выставляю его телефон номер, друзья. Если у вас что-то есть, показывайте видео. Друзья, видите, который один мастер пришел, говорит, там ничего не знаю, я не могу это делать, убежал. Вот везде открыл, человек не делал, убежал. А сейчас дальше. У нас звонок вообще не работает. Вообще никак. Ничего не работает. А сейчас у меня в квартире еще надо интернет-скорость повышать. Еще телевизор регулировать. Человек все делает. Gördün mü? Çıkarlar salak iş yapmışlar ya. Друзья, сейчас звонка делали, а сейчас мы будем делать, который у нас еще телевизор. Наш телевизор тоже не очень хорошо работает. Внуку поймал, он очень, да, работает. На его времени нету. Я его говорил, давай я тебя кормлю. Он переехал, не знал, работа есть. Кроме его никто не сможет делать, друзья. Серьезно, так. Человек приедет. А ну кафаларны бантла. Ордан, ордан бантлай бер. Чхартна на керек йох. Банта керек йох, аби, тамам. Бу шейли зата. Ерифли. Эле ме? Nasıl durum? İyi, yok. Sağlam. Makineyle baktın mı? Evet. Gel. Novi, on kabil değil minne, друзья. Вот это белый кабил, мое, который... Вот привезли на систему сюда. Это общая система, которая... Общая система что значит? Каждая квартира есть здесь. Каждая квартира, но эта система не очень хорошая. Должна быть здесь большой штуку, адаптер это называется. Через него. Сейчас есть 2-3 семьи. На 2 семьи откроют, 3 семья уже так сигнал очень плохо придет. Очень плохо. У меня вообще телевизор не показывал. Поэтому и здесь был мое.
забирали сюда, пели кабель, отдельно поставили одну и ту же систему, а сейчас у нас в данный момент живет три семьи. А сейчас одно уже нету здесь, другое есть, два здесь. Тенец у меня отдельно поставил. Чалышыр мы систем? Чалышыр. Чалышыр. Наш систем чалышыр мы? Чалышыр. Контроль не яптын мы? Яптык. Acıktın mı? Verdik. Acıktın mı? Evet, acıktım. Голодна. Вот человек. Nerede çalışıyorsun sen şimdi ya? Bir anlat bakayım mı? Antalya'nın her yerine gidiyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Zayıf akımla alakalı bütün hepsini yapıyorum. Zayıf akım ne demek? Zayıf akım dediğimiz zaman uydu, diyafon, kamera, alarm, yangın, elektronik bütün hepsini yapıyoruz. Elektronik so robotu, друзья, он делает. Не электрик, друзья. Elektronik. Elektronik, kamera, kamera sistemi, i̇nternet, uydu, internet. Ses sistemi, akıllı ev sistemi. Omnidom, Omnidom ne var akıllı ev sisteminin içinde? Akıllı ev sisteminde Omnidom aklına, şu значит? Aklına gelecek her şeyi yapabiliyoruz. Nasıl bir uygulama? Senin var mı öyle bir uygulaman? Yaptığımız ürünlerin uygulaması var zaten. Ha. Cep telefonu üzerinden diyafonumuzu biz uzaktayken biri çaldığı zaman otomatikmen görebiliyoruz. Anladım. Zil çaldığı zaman buradan kapıyı açabiliyoruz. Ekran görüntüsü Diverat alıyoruz. Diverat Pro, tam so, foto, sinema. Evimize kim geldiyse story, kayıt altına alıyoruz. Hangi nereden açmışız kapıyı bu şekilde kontrollerini yapabiliyoruz. Akıllı ev sisteminde veyahut da kamera sisteminde. Он говорит, друзья, что я его спросил, умный систем что значит? Умный систем что? Так далеко можно так кондиционер переключить, далеко там дверь можно открыть, закрыть, какой-то жалюзи открыть, закрыть, которые что-то у вас есть там в IPM рабочий со унитете, которые если вы далеко переключать через приложение, он свой квартира показывает. Сейчас у меня со умной системы, что есть, что нет на улицу. Kamera sisteminde bu şekilde cep telefonundan uzaktan bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Kamera sistem, который со выставляет, везде смотрит. Примерно вы здесь квартиру купили, камера систем, вот эту умную систему выставили дома, уехали, да? Короче, ваша страна, перебираешь здесь, что происходит, что есть, что нет, кто пришел, кто ушел. Это, как пара малюлю, акыллы систем, 2+1 в дайре için. 2+1 bir daire içerisinde Я его спрашиваю, сколько 4 стоит? 4000 евро civarında. Я его спрашиваю, который 2+1 квартира. Сколько стоит будет умный дом? Он мне отвечает 4000 евро. Вот со общим. Камерасы var, bunun içinde ne var başka? Diyafonu var, kamerası var. Taş paneli var. Taş panel ne abi? Taş paneli, kontrol paneli. Kontrol panel. Evet. Kamera, kontrol panel, еще там со проложение. Светочки, кондиционеры, топли пол переключить, выключить. Со, 4000 евро. 4000 евро в данный момент 60 тысяч, 67, давай 70 почитай. 70 тысяч умной системы, не знаю. Много, немного, не знаю. Конечно, если купаешь какой-нибудь миллион, 2-3 миллиона квартира, если я бы, вставил бы, серьезно говорю. Потому что в данный момент очень много здесь беженцев есть, что-то происходит везде, неизвестно. Башка не вар, баба? Кач кунде япьёсун бе акыллы системы? Электрик алтяпысы биттиктен сонра 15 гүн ичерисинде тамамламыш олуйорум. 15 дней, говорят. Сколько время делают? 15 дней. Диелим ки гелди хырсыз, бен бу системи тактырдым. Хырсыз гелди. Беним шейми сөктү götürdü, ана шейлери. Камерадан кайыт алтын алыйоруз. Ани шей, контрол панелини сөктү götürdü. Эвинин ичерисинде алярм системи бар. А, еще алярм. Я его вопросы задаю, которые. Я выставил эту систему. Кто-то пришел, украл, отвезли. Который контроль панель. Говорят, внутри квартиры есть алярм система. И еще, кто приехал, до этого телефон уже забирают.
со системы, которые кто приехал, показывают. Телефона кайт молю, я не ик келен. Таби, хард-диске кайт япыль. О, хард-диске, делим ки, чалдылар, götürdüler evden. Узак бағланты атып, диэри тарафа кайт яптырабилир, сервера. Ха, друзья, если ворует у вас, все равно остается видео. Да, система отлично, хорошо. Peki sen bir şey koyuyor musun? Ya bilgisayar ekranı gibi falan bir şeye. Yes. Var mı? Monitor есть, друзья. Внутри я такой квартира видел, Коня Алты. Монитором, который там все регулирует. Все везде откроет, закроет. Такой... Sound system. Sound sistemleri yapıyoruz. Sound system dediğinde? Sound system dediğimiz ses sistemi. Merkezi ses sistemi yapıyoruz. Müzik için? Müzik için. А, музыкальный звук систем тоже делают они. Он в фиатр... Он в фиатр 4000 евро içinde mi? Hayır. Öyle mi? Değil. Ana adilini sana. Arabalara falan yapıyorsun. Arabalara yok. No. Ha, квартира, только квартира делают. Машин önü делают. Villa, apartman. Ha, villa. La villa делают. И еще apartman dediğin şey daire. Daire. Квартира делают. Да, хорошо. Senin telefon numaranı videonun altına yazacağım. Aldım. İnsanlar böyle bu videoyu sana gösterdikleri zaman indirim yap. Okay. %5 indirimini yap. Okay. Aldım. Hatta sen benim torunumsun. %7 yap. Tamam. Tamam. Я его говорю, ты мой внук, кто тебе показывает это видео, 6% скидка делаешь. Teşekkür ederim kardeşim. Eline sağlık. Şimdi karnını doyururum ha. А, шин бигделем, я сам ем эксмару. Я говорю, сейчас ты можешь покушать. Друзья, уже 2 часа человек туда-сюда бегают. Звонка еще не получилось, потому что внутри важные детальки горел. Важные детальки, говорят, до этого не очень такой хороший вставили, который застройщик. Самый дешевый китайский вставил. Вот первое, который дождь, перегорел. Это надо купить, надо с жителем поговорить, либо я сам поставлю, а потом я спрашиваю, кто-то помогает, помогает, если нет, нет. Ситуация такая, друзья, данный момент, стройка, друзья, я что делаю, это тоже быстро я вам объясняю. Данный момент я работаю, друзья, у меня сейчас еще 2 квартиры я ремонтирую, видите глаза какая. Собираю, заново квартира, понимаете, сейчас... Такой момент валюты выше, ниже, ходит, переходит, цена неизвестна ничего. Что ты купаешь, это остается с тобой, друзья, честно говоря. Еще жена машин хочет, машин посмотрю одно время. Пытаюсь делать что-нибудь. В данный момент очень дорого осталось, которое электронное, там которое в прошлом году кто-то бытовой техник купил, а не зарабатывал, честно говорю. А сейчас... Полтора раз больше денег осталось. Даже мебель, даже так коверы, даже маленькие штуку. Маленькие штуку подорожают-то подорожают. Что будем делать? Ничего. Мы народ, мы простой народ. Мы просто так что-то... Нужно? Минимально надо купить. Если не нужно, даже радужком не надо ходить. Вот такая ситуация осталась в мире. А что делать? Продолжать жизнь. Мы родители, мы должны поддерживать свою дети, свой так со. Ситуация такая, друзья. Всем спасибо большое. Посмотрите у меня. Люблю вас. Сейчас пойду цветочки немножко разбираю. Я вам тоже рассказываю, показываю. Которые мои каркаде показываю вас. Там немножко растил. Посидеть буду. Другое место вам тоже показываю. Друзья, очередь цветочки. Видите у меня каркаде это? Как растет? Не все проросли. Будет. Будет. Сейчас я открою, посмотри. Уже так они начали сюда так. Вот только сегодня нам поднимались. Это сегодня поднимались глава. Видишь? Вчера не было это все. Я их каждый день поливаю. Вот. 2 недели прорастали. 2 недели? Да. И ждали достаточно. Что делать? А сейчас его надо посидеть на место. О, я купил. Кстати, это уже 2-й горшок. Это тоже каркаде, и из другого ящика пересажены. Вот достаточно сколько пока. Сейчас поаккуратно
Надо его порезать, который побольше места. Я бы вам показала, что у нас за окном, но видите, у нас темно. Небо облачное, и звездочек не видно. Но зато вечером цветы начинают хорошо пахнуть. В Анталии темнеет 8 вечера, поэтому не думайте, что мы это глубокой ночью снимаем. Андрей у нас еще на курсах английского языка, вот надо будет еще поехать его забрать. Я так выучил, и значит наши семена расти будет, друзья. Я это видел, который еще я старая квартира посидел, они не растили еще. Наверное, погода была холодная, поэтому, наверное. Потому что вроде бы и поливали. А ночью холодно было. А сейчас у нас днем 29 градусов, а ночью у нас 15-20. Вот день на день не приходится. Но минимум 15 градусов ночью. Сейчас штук надо. Это пока оставляю. Вы не переживайте, что мусор будет везде. Знаете, что у нас есть краник, вода и шланг. Вот штук забираю, друзья, сейчас. Надо сюда все штук на штук одевать. Видишь? Прорастает. Ты говорил, не растет. А потом он корни сможет через... Да. Я думал, ты аккуратненько выкопаешь их, пересадишь. Не, зачем? Это нельзя трогать. О. Сейчас много вода есть, это... Вот. Сейчас посмотрим здесь, что происходит. Не и все здесь проросли. И здесь нету. Дальше. Давай. Оп. Росточек. Закрываю. Оп. Росточек. Еще один. Ну, еще подрастут немножко. Будем искать им место, где они у нас будут. Еще надо пересадить. Да. По 3 штуки вместе в один горшок. На огурцы очень похожи росточки. Почему мы не сажаем огурцы на балконе? Зачем? Огурцы у нас одно дерево. Ну, я вчера 3 видела и 4. И какая разница? Ну, все равно копеечно стоит. А займут они очень много места. Потому что они будут плестись. Еще разные. Еще сколько комар будет про не, это? Да не комар, а осы будут. И пчелы летать. Видишь, смотри. Ну, раз. Сейчас посадим все где-то. В конце сентября начинают. Мне кажется, раньше у нас сюда зацвело. Не, сдавать. Цветочки? Да. Мне кажется, раньше были. Один день? Честно, не помню, когда. Один день цветет. Да. Один день. Всего один день, но такая красота. Ради этой красоты вот столько возни. Последний.
Нет, еще один есть. 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 Сейчас, мадам. Который пустое место. Новые семена, еще 2 недели ждать. Пусть она растется. Это фасоль. У тебя фасоль уже есть. Сильно посыпать не надо туда. Просто так закрываю вокруг. Сейчас вот и все убирают. Все отлично. На его место тоже сюда. Сейчас поливаю вода, его уже готово. Немножко сюда еще земля хочет. А я показываю, какие у нас тут уже заросли. Скоро цвести будет. Догадались, что это? Пишите в комментариях. Смотрите, как я. Вон эти цветочки будут. А что земля пустовать будет, как Иисус сказал? Вот, вода есть. Один раз много воды надо, потом чуть-чуть земля надо посадить. Сейчас она сядет. Тебе нравится цветочками заниматься? Конечно. Это мое хобби. Отлично. Сегодня старая квартира перевезли, сегодня виноград, друзья. Видите, как растет? Огромный. О, я его завтра посажу на улицу. Возле нового дома нашего. Видите, очень красиво. А второй еще больше, видишь? Осторожно, осторожно. Молодой человек. Видишь, он уже за бельевые веревки зацепился. А, видишь, сколько уже. Растил да растил. Во. Давай вот так оставляю. Терпите до завтра. Вот такое дела, друзья. Закончил сегодняшние дела. Сейчас я здесь помою, убираю. Все, Иисус отдыхать будет. Всем спасибо большое еще раз. Пока.